Пишешь, вы какие-то еретики. Почему у вас мужской солдат? Ну, то, что женщина у меня раскачана на гранаты, так когда я буду вас стрелять гранаты. Мужской солдат — это просто жесть. Что, две мужчины, две женщины? Это все равно, что мужской новогард. Я зато круче всех, я самый наркоманистый из вас. Я взял кривопатроны. А ты включил уже? Да. То есть мне нужно сдерживаться. Мать вашу, ну мать ж вашу. Катаганы. Какой отвратительный. Кумис, ты уже не сдержался на первой секунде, ну как так можно? Вы еще кондор ебанули, пи. Второе слово, кукумиса надо изолировать. Знаете, что я забыл взять? Я забыл взять запас гранат, и у меня теперь гранат мало. Бегай по ящику. Вау! Они у тебя будут просто бесконечно. Два хаска убита, вы видели это? Вы это видели? Я вижу, что у тебя банша за спиной. Хрен с ней, с баншой. Мы с Триксом активно пытаемся убить ее ОВ. Или кто нас хапкиш? Метрикс. Умри, банши. Надо было брать ВВ раскачку на урон органиком. Тогда бы я, может быть, убивал банши. Умри, банши. Господи, как хорошо, что это жнецы. Я так... Меня такую ненависть уже вызывает хаски коллекционеров, что это просто... Я сделал криоуздрив. Да, поздравляю тебя. На хаске. Пожалуй, это единственное. Блин, один выстрел из ятагана сносит один куб брони твари в упор. Твари в упор, один куб брони. Банши вообще, по-моему, плевать на эту. На катану, да? И на катану срать. Не, я ятаган замтажил. Суть в том, что она скорее скажет спасибо, что чешется мне спинку. Блин, пиздец, только что набрал патронов, сделал круг с баншой, патронов нет. А банша как была целая, так и осталась, да? Да. О, я забыл, кстати, что у меня есть напор адреналина. Ты забыл про существование адреналина? А вот, кстати, шквал помогает, не зря. А адреналин не помогает все равно, нифига. Адреналин увеличивает урон этого говна на 70% и регенит тебе щит. Я, в моем случае на 40%. Потому что у тебя неправильная раскачка. Потому что я предпочел, что хотя бы я буду оставаться в живых, раз уж убить никого не могу. Лол. Я тогда! Чисто на зло такой. Я вас не могу убить, но и вы меня хер убьете. Они нас сзади. И спереди есть. Ой, блин, тут нельзя пройти. Какого хрена? Все-таки криопатроны не работают полноценно. Так обидно. Сейчас я застеляю опустошителя, ес! Это было бы читом, ахапкиш. Ну, то есть если бы не полноценно работать. ОВ не чит, да? Такое счастье, что я могу убивать хасков в упор. Это просто... Согласись, огненные патроны сейчас просто адовый чит, который может вытащить любого перса. Ну-ка, а что ты подразумеваешь под словом «вытащить»? Ну то есть сделать из говна конфет. Не наберешь, если возьмешь полное так говно. Зачем ты здесь тикар? Выжить-то можно, и даже убивать нас... кого-то. А, нет. Да, сзади. Каких же убивать можно даже и просто с голого ятагана. Блять. Я помню, у нас было пару наркоманских игр на золоте, когда мы бегали с мстителями, катаной, ятаганами, сюрикенами. Все. Тоже вот такое было. Кажется, это было без меня. Да, там был сенсей. Две банши караулят на выходе. Там был сенсей точно, и не помню, кто остальные два. Ну, я, сенсей, и кто двух остальных не помню. Ну, в этой игре беготни будет еще побольше, чем с клыком, я вам скажу. А мы будем в ящиках ныкаться, как нубы, или нет? Конечно. Это что, совсем? Нет? Ладно. Слушай, мы же только так и проходим, Рио. Естественно. Да, мы тут что, не пали наши? Мы же только так и проходим платину. Вообще, честно говоря, мы все платины проходим только на Рио. А все остальные... Да. Белые прикрыли, вот мы теперь мучаемся здесь. А все остальные скрины — это просто подделка в фотошопе. Как и предыдущее видео. Да, предыдущее видео тоже. Это там играют другие люди, просто хапкиш мастер редактирования видео подставил наши ники. Да. И наложил обработанный мат. И голос, да, обработан. Специально записан в студии.
Такой, ну ставим мат от пасты. Это сэмплы такие просто, они распространяются свободно. Ну такие гранаты осколочные, вроде бы там такие иные вещи, это чит. Правда, я забыл взять запас гранат, поэтому я как бы... Получит такой. Нивелировал свой чит, по сути. С 4 гранат мало кого можно убить. Четырех хасков, в принципе. Для хасков у меня есть великий ятаган. О чем? У нас дрон вообще-то ушел далеко назад. Ну и на тебе! Ты орешь как Новогард. Я и есть Новогард. У меня даже такая же дурацкая розовая расцветка. Это отвратительно, перестаньте. Интересно, а ятаган на турианском солдате будет окей или нет? Надо будет проверить. Да, думаю, норм, он по головам неплохо херачит. Знаете, я скажу абсурдную мысль, но пока что дело идет легче, чем с клыками на кондоре. Я бы сказал, что легче, так же долго, но просто не настолько отвратительно. Сам говорю, дробовики это самое прекрасное оружие в этом мире. Просто Нет, ШВ рулят имхо. Ну да, ладно, ШВ рулят. Тут я соглашусь, ШВ я больше дробовиков люблю. Хотя конкретно в Mass Effect ШВ мне не особо нравится. Мне нравится. Точнее, в третьем Mass Effect. Мне нравится призрак и тайфун. Я в них влюблен. Остальные нет. Так, а что у нас где-то Prime, потому что я вижу дрона. Трикс, займись. Да, Трикс, убей дрона. Блять, Хантер повылезали, пиздец. Я его заморозил. У меня очень глупый вопрос. Когда я юзаю напор адреналина и кидаю гранату, у гранаты идет усиленный урон? Да. По-моему, нет. По-моему, да. Фишка напора адреналина, что он работает только на урон оружия. А точное мнение есть? Я не помню просто. По-моему, где-то читал про то, что напор адреналина в этом как раз отличается от маскировки. Что работает чисто на урон оружия. Ну ладно, может быть. Ну, утверждать не буду. Гранаты! Давайте праймы разберем, а? Забейте на этих рейнджеров. Да, у меня просто уже достал. Ты сволочь. Там Хантер зашел. Хантер сзади. Ну, какого? У вас там двое. Я не могу их держать, у меня дурацкий ятаган. Тварь как супер. Вовремя, конечно, сюда. Надо кому-нибудь брать эту. Обход защиты, пенициллин. На такие наркоманские игры. Потому что мы слишком часто ложимся все. Все, можно сказать, на это. Пассаж. Да. Такие гирки берут только слабаки. Лол. Кто там вчера ее брал? Я ее в жизни не брал. Я беру только защитную выкладку или укрепленную. А, обход защиты. Нет, ну это да. Я что-то перепутал. Чтобы тратить свой... Ну не знаю. Для понятия другого. Это... С точки зрения тимплея это ок. Это да. Но мы же не играем тимплея никогда. Ну да, да. Да, попытались вот. Один раз не получилось. Ни хрена не получилось. А когда мы пытались? Подскажите. Вот видишь, он даже не помнит. А было что-то такое? Хотя это было всего 2 игры назад. Где? С клыками, что ли, тимплейны? Нет. С паладинными перегрузками. Ну хотя карта дурацкая просто была. Нет, ну когда... Ты как нахал с нами не играл в тимплей, так что ты можешь не помнить. Когда мы с Кукумисом берем 2 адептов, у нас получается весьма окейно. ОВ, так что... ОВ даже не прерывается. Потенциально тимплейно мы играть все-таки иногда можем.
Я подниму хапка. А, ну как всегда, тебе самое легкое. Да, мне самое легкое, а тебе жопа. Меня вымораживает, что УВ даже не прорывает струю пламени, это меч. Правда, он меня раскачивает. Ох, так себе. Как тру было. Так себе это как, на троечку? Огнеметчиков он вообще мало что прерывает. Хэви мили Крогана. На ура прям. А, ну. Оно их прерывает на его обычно. Вот у меня, кстати. А что, на сзади две банши. Напор адреналина восстанавливает вообще жалко, не знаю. Пятую часть щита. Ну так и должно быть. Ну это же какое-то извращение. Зачем нужен тогда в шестом тире прибавка к восстановлению щита? Чтобы не дохнуть от дотки банши, чтобы если чё... Это такой мини-спасковник. Да это трон, да-да-да. В чистом виде. Это ну, а шелдеть тебе на что, чучело? Мне регинит половину щита. С каких-то пор подобные умения восстанавливают шелдгейт. Они восстанавливают шелдгейт, но, блин, а ну... Короче, если у тебя откатился шелдгейт, но нет щита, то тебе все равно ни хрена не поможет. Понял, что сказал, кстати? Да. Я понял. Если у тебя откатился шелгейт, но при этом нет щита, значит тебе уже его снесли после того, как откатился шелгейт. Нет. Что? Да. Откат шелгейта 3 секунды. Вот, допустим, на меня сейчас действует деформация. Прошел 3 секунды, шелгейт откатился. Но щит устанавливаться не стал, потому что у меня еще и все деформация. Ну а я себя беру и ебашу адреналин. И тут же в шелгейте. Деформация. Нет? Нет, если ты. Если ты вот очень точно попадешь, то да. Но вообще говоря, деформация не дает твоему щиту установиться не просто так. Это не вот какой-то отдельный эффект, она тупо дамагом не дает установиться. Ну да. Контейнер я беру или кто. А, ну, ну окей, да. Соответственно, твой шелгейт сбивает. Да, 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 да. Ну... Вы не забывайте, что мы играем типа с видосом, и ваш баткер будет вряд ли интересно слушать. Ох-хо-хо-хо-хо. Ну давай пару шуток тогда. Давай что-нибудь от пасты так. Нет, пожалуй, не буду пока. Стендап комеди. О, Атлас хорошо так прыгает. Айс, Кэткина. У тебя адреналин есть или нет? Есть, но был откат. У меня тяжелый я таган. А вот меня сейчас казанский хост подвел. Это же казанский хост. Я кнопочку нажал, а щитов не кнопочка получил. Не нажалась. Там довольно жестко все, господа. Я... Давайте ракетами, а то у меня уже 3 осталось. Ну что такое? Че он не подхватился? Да ё! Нет! Мой, потому что. Но все равно хапишь, от ровиков очень неплохо спасает. От ровиков, от деформации. Не, я не спорю, очень... но просто там он и так ведь восстанавливает какое-то количество щитов. От шестой тир... Атлас спасает, что а... самое важное. А ты предлагаешь брать УВ? Бесполезный совершенно. Не о том. Качать или не качать вообще. Я о том, что в шестом тире брать увеличение количества восстанавливаемых щитов как-то глупо получается. Если ты не качаешь УВ, то другой тип тебе в принципе... Другой ранг тебе, в принципе, бесполезен. СОВ тоже довольно бесполезен. Я всю жизнь играл с осколочными гранатами. Затем мне там бонусные умения под адреналином, я совершенно не могу понять. В принципе, логично. Потому что если стоит выбор между ОВ и гранатами, естественно, гранаты. У меня там солдатов 2, поэтому можно и гранаты. Выбора нету. Я всегда брал гранаты, культу ОВ считаю дурацким скиллом. Уважаю тупых атласов. Они такие тупые. У парня просто нет зеркал заднего вида. Да, наверное. Вот что значит сидеть там за грудным стеклом. Вот что значит военные технологии. Да, его ебашат, а он ни хера не понимает, что происходит. Русская армия. Ну, не будем спешить записывать их в русские. Хотя, учитывая, как они проебали все свои полимеры, да, наверное.
Сербер самая смешная армия в мире. Вау, как вы тут их просто раскладываете. Не сдерживаем напор. Ну ё, кто мне мешал отойти-то назад, блядь? Охуеть, мы тебя выбили. Слушай, тут конкурирует с потоком воды просто. Лоу, он там очень забавно применяет перед лицом. Ничто не может конкурировать потоком воды. Они сзади. Save me. Сзади-то где? Везде. Валим. Так, ладно. Здесь, в принципе, и так ничего. Ушла скотина. Пошли в ящики лучше. Зачем мы в центр-то? Какие к черту ящики? Тебя сейчас поставят сзади турель. У кого-то розовый. Паши! Наверное, это Паши. И... Да. Турель на центре стоит прямо. Осторожно. То есть вот так вот. ОВ в морду, а ему пофигу. Беги, Трикс. А, норм, норм, паста. 5 баллов. Ну окей. Ну, я тебя из-за угла подниму. Мне хаб не сказал. Я принять. Сказал, я просто виноват. Неправильно. А у тебя самого языка нету. Ну ты застрелял у меня не лишний килл фантома. Слушайте, ну это же не так уж и плохо на самом деле. Это удивительно. Знаешь, почему это неплохо? Потому что ни у кого тут нету пираньи, гнева и прочей херни, и вы убиваете. И ты сейчас вот это впечатление, что ты кого-то убиваешь. Не, дело в том, что мы действительно кого-то убиваем при этом как-то. Время будет вообще плохое. Если время. Если бесспорно. Время будет 25 минут, то тогда да. Я таган, это имба с дамагом. Если нет, то. Вот это отстой. На самом деле для Рио, если мы в полчаса уложимся, это будет удивительно. Да о чем ты говоришь? 40 минут наш предел. Фантом центр. Давайте банш убьем. Они, в общем-то, настаивают на этом, да. Вполне успешно. Меня спрашивают про место, я говорю, что нет. Ну ты скажи только, если с ятаганами. Мне кажется, сразу перестанут спрашивать. Ну ладно, сейчас скажем. Лучше я напишу катана. Катана или един. Иди куда-нибудь. Катана Ургутафова. Да, я в свое время, когда я играл на Ургарда на заводце давным-давно, я играл с катаной, и она мне нравилась. Ну знаешь, я на когда-то еще. Давным-давно играл на бронзе с ятаганом и всех рвал. И мне тоже он нравился. Да мне сейчас, сейчас нравится. На золоте, мне сейчас нравится, да. ХП у народа. Какой-то есть. Оу. О боже, боже, господи. Ай. Ну ладно. У меня неудачный стрелок. Кстати, что вы меня разозлили. Так, за мной гонится банша, поэтому я вам пока просисить не могу. Атласа надо добить. Сейчас. Все, меня добили уже. Блин. О боже, господи, господи, фатал, спасибо, хапкиш. Еще раз спасибо, пожалуйста. Без сарказма теперь. Нет, не буду. Ведь ты сам же зафейлил, а потом только исправил свой фейл. Так что не будете второго, спасибо. What the fuck? Твою мать. А, паста, я забыл, что ты же все-таки пытаешься выиграть на хау. Точно. Что же пытается? Я уже выиграл его. Успешно выигрывай. Ой, там же надо будет, надо как-то проголосовать. Окей, чувак, твои пощам мне. Почему тебя локтем не это? Потому что я не знаю. Собственно, блин. Что-то так долго мы их убиваем, просто жесть.
Почему бы интересно? Даже Трикс сдох. Я даже не знаю, да, в чем дело. Может быть, дело в том, что мы солдатами играем, человеками? Нет, может, я думаю, не в этом. Может быть, дело в том, что Лео... Это отличный класс. Определенно в этом. Я не понимаю иногда, вы сарказмичаете или что? Нет, мы всегда очень серьезно. О, господи. Мне кажется, ли вы пытаетесь гнать на человека-солдата? Ух ты, вы его отшатнули, это было круто. Я гоню на человека-солдата. Все дело именно в нем. Не в Ятагане, а именно в нем. Это он плох. ДПС от спама ОВ получается не выше ли, чем просто стрельба из Ятагана? Нет, конечно, ты о чем? Это же Ятаган! Жалко, что он не автоматический, как пиранья. Да? Это было довольно забавно. Черт, он на самом деле не автоматический. Отстой. Хаски, тоже палец немножко попаливает. Вот так надо стоять, Хаска, Хапкас. Ты видел? Ты видел эту эпичную гранату? Да не то ты делаешь. Я хочу криво взрыв сделать хоть один. Нет, а я тебе должен тщательно мешать. В общем, Парша нас игнорит, поэтому пойдем с вами хоть за касками. Они нет, я уже к вам ее пригнал, не волнуйтесь. Гранаты ей. Да, они влетели. Лол. Паста. Зато я могу и стрелять в эфирийную часть тела. У нас фантом в центре сидит. О, господи. Справа фантом. Сука, пошла вон от меня, тварь, блядь. Матное слово было. Да неужели? Тут фантом совершил матное действие. Ну ладно. О, господи. Хантер? Ты не можешь убить Хантера? Не, он просто подкрался незаметно. Он же Хантер. И вместо того, чтобы стрелять у меня из дробовика, он меня локтем долбанул. Это нестандартно. Ууу, хапкиш. Хаск! Все, Хаск минус. Самая опасная цель. Фантом сзади. Вот это была true граната с отскоком. Ну так. Нет. Я набрал 140к, используя Ятаган. Норм, чё. Палишься, паста. То есть ты тренировался? А ты, может быть, с клыком еще играл до этого, а? Играл, да. Я, кстати, тоже играл. И даже занял первое место с котином. Я занял первое место с клыком на золоте. Я про тебя и говорю. Сам ты такой херню не страдал. Когда снайперка качал, я играл же с Алариком с ним. И возненавидел его всей души. Я его просто по описанию возненавидел во второй части. Как-то меня прямо... Да, снайперка, меня... которая стреляет по три патрона, это меня челюсть сверху скрутило. Ну да, как в борде, получаешь совершенно великолепную снайперку, а она burst fire. Да. И это все эпик фейл. Ну там были, получается, в принципе, вполне неплохие burst fire файровские снайперки. Не, там просто надеваешь релик, который отдачу убирает. И тогда она становится еще терпимой. Но просто я все-таки предпочитаю снайперку, который прицелился и убил. Я вообще снайперки не люблю в борде. Они выпустил 1000 пуль. Самая тема в борде это СМГ и что и дробовики, все. Остальное херня. Ну, если убрать пчелу. То есть пчелы изначально я не. Моксиский СМГ вообще чит. Адовый чит просто. Господи. Hellfire, правда, закупили. Во второй части.
в первой части Hellfire был читом. У меня это рука болит. Игра. Пиздец как просто. Это изи игра. Это не изи игра, это игра, которая доктору тебя отправит. Хочешь узнать, почему это изи игра? Посмотри на свои расходники. А что там с расходниками? Да хера же, блядь, мне еще на две таких игры хватит. У меня тоже, у меня 5 ракет, 3 панацерина и 6 и 8 по максимуму. Я не вижу цель. 3 стрелишь, да, окей. По 3 стреляю. Ну давай. Там где-то фантом шляется, осторожно. Ну хоть правильно убей. Я поднимаю. В том-то и суть, что мы прошли эту игру, даже толком не потратив расходники, а на Кондоре мы там же просто, ну по никто сути, никогда не узнает об этом. Считали каждую ракету. Че ты взяли, не узнает. Кондор я по-любому опубликую. Нет, ну за что ты так со мной? Ну, Кондор же... надо, там... Ты че, это Кондор команд, там достаточно успешный. Страшно фейлился, надо-то на фото. Да, кстати, да-да-да. Злые вы. Надоело. Нет! Да пошли в пень, турели гетов. Твою мать. Нет! Ты фантом. Сраный рейвенджер, все сраное. Нет! Как я хорошо сел. Ты специально так сделал, чтобы я тебя поднял. Конечно, конечно, естественно. Вот видите, паста вовсе не нахал. Тратит гель и поднимает соратника по команде. Цыц, ты чё? Цыц, это тайна, лол, это тайна. Я на самом деле нифига не командный игрок и тупо набиваю фраги из игры в игру. Ты о чем? Дай мне на хала выиграть. Вот сука. Фу. И теперь мы зафаталимся все на инстаграме, да? Ну нет, ну чё ж ты, ну такого высокого мнения о нас. Только Трикса так и быть подставим, а сами выжили. Что за дурацкая раскраска? Ты о чём? У Трикса дурацкая раскраска. Сказал розовый Новогард. На розовый гнать не надо, он на той розовый. Честно, мы убьем двух баншей или мы сдохнем от их деформации? Да твою ж мать. Причем у меня... Удивительно, но Ситагана фантом убивается крайне легко. Серьезно? Ну, может слово крайне все-таки убрать? Ну, крайне легко, чем то, что я ожидал, окей? Потому что крайне легко, на самом деле, убивается только с Ригара. Где там, типа, 3 секунды и все. Дроны хорошо убиваются праймовские, в принципе. А рывики? Рывики отлично. Я застрял в ваншейме за большой кишиком. Я поднимаю. Пошли уже отсюда, там праймы, блин, пока... 28 секунд, кстати, да. Пора идти, да. Пока панацеринов проебем. Трикс, пока ты как, тебя успеть, смогли подставить или нет? Господи, еще есть Иисусе, время. Иисусе, господи! Мне кажется, да, с Триксом все окей. Рейвик устраняет игрока Трикс АД. Норм. Спам гранат! А, успел. Okay. В последний момент. Вау, какое время для ятаганов на Рио. Ну, полчаса. С врагом повезло. 28 минут, какие полчаса? Это в корне меняет дело. Округляем, понятное дело, в меньшую сторону для